День семейного здоровья. Такая акция проходит раз в месяц в поликлиниках номер 1 и номер 6, а также в детской поликлинике номер 4. В эти дни врачи принимают пациентов с 9 до 14 часов. Анастасия Семенова решила воспользоваться этой возможностью и пришла в поликлинику с сыном на ежегодный плановый осмотр. Для нас это в первую очередь важно, потому что очень удобно сделали, что все врачи в один день, то есть по живой очереди мы достаточно быстро все прошли, а врачи все посмотрели, сказали, что и со зрением все в порядке, и с внутренними, и с неврологом. В общем, всех врачей мы обошли, и все у него в порядке. В поликлиниках созданы все условия для того, чтобы человек мог проверить свое здоровье. Диспансеризация позволяет оценить состояние здоровья пациента и выявить болезнь на ранней стадии. Это семьи, родители с детьми могут прийти и пройти в свой выходной день диспансеризацию, вакцинацию как взрослых, так и деток. В зависимости от пола и возраста уже далее смотрят, какое проводится обследование. Женщина выполняется маммография, обсмотр гинеколога. У мужчин выполняется скрининг на онкомаркеры, простатоспецифический антиген. Пациентам помогают заполнить необходимые для диспансеризации бумаги, а после всех обследований дают направление на дальнейшее лечение, если это необходимо. Маргарина Кадышева оценила преимущество диспансеризации и планирует проверить свое здоровье в ближайшее время. Изначально услышала, что можно пройти обследование для ребенка, именно пришли туда, но отправили как раз именно о том, что это и взрослый ребенок, что стало достаточно полезным, и для меня это как работа и времени на обследование на себя именно гораздо еще меньше, чем на ребенка. А ребенка исключительно вот хотели проверить зрение, вот поэтому сейчас этим занимаюсь, все очень удобно, то есть это все в одном здании и 10 минут расписали, все. 15 апреля жители Пироговского в рамках Дня семейного здоровья ждут в поликлинике номер 6 по адресу улица Советская, строение 2, помещение 1.